Сегодня утром произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Неопытный молодой водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение. Все транспортные средства получили серьезные повреждения. Незамедлительно на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Три человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. На реке Уда во время купания утонул подросток. Юноша погиб, спасая из воды свою знакомую. Девушка начала тонуть недалеко от берега. Четверо молодых людей быстро среагировали и бросились к ней на помощь. Доплыв до девушки, они стали выталкивать ее к берегу. В этот момент один из ребят попал в глубокое место реки и ушел под воду. Вечером тело погибшего нашли спасатели. Вечером 28 июня в торговом центре People's Park произошел пожар. На место немедленно прибыли расчеты МЧС и пожарные. К моменту их приезда наблюдалось слабое задымление. Как оказалось, загорелся утеплитель под обшивкой. Огнеборцы быстро ликвидировали пламя, пострадавших нет. Сотрудники полиции задержали пассажира рейсового автобуса с наркотиками. У молодого человека изъяли большую партию запрещенных веществ. Груз он собирался перевезти из Джидинского района в Улан-Удэ, но безуспешно. От освидетельствования наркотического опьянения молодой человек отказался. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.